страны наш проект реализуется с 21 по 23 год. Исследование получило финансирование и на 23-25 года. Причина, почему мы стали использовать CRISPR-Cas13 систему, это, во-первых, потому что вирусы, которые мы изучаем в нашей лаборатории, они являются РНК-содержащими, это первое. Второе, то, что данные вирусы пока еще не научились противостоять данной системе. Плюс эту систему мы используем в Казахстане впервые. Конечно, в Казахстане CRISPR-Cas технологии используются для повышения эффективности экономически важных культур. Ну вот мы первые, которые нацелены на растения против вирусов. Когда работают с трансгенами или доставкой экзогенных нуклеиновых кислот в какой-либо живой организм, самая главная проблема является эффективность доставки. То есть у каждого организма есть защитный механизм, и при попадании в клетку экзогенных, то есть чужеродных нуклеиновых кислот, клеточный иммунитет всегда старается это как-то ингибировать. Поэтому основной проблемой является эффективность доставки. Мы решаем эту проблему с использованием P19 белка. То есть этот белок, он кодируется самим вирусом, который мы изучаем, но мы его вносим отдельно. То есть вот у нас есть растение, мы его заражаем вирусом, еще сверху мы добавляем отдельно этот P19 белок, и еще потом сверху эту CRISPR-систему. И она сможет немного понизить клеточный иммунитет, то есть РНК-интерференцию растений, и тем самым даст возможность увеличению эффективности нашей вот этой CRISPR-системы. Через 5-6 дней у них система, грубо говоря, выигрывает вирус, и с этих растений мы можем получить семена. Когда в следующий раз мы посадим эти семена на почву, и он встретится с вирусом, у него уже будет память об этом вирусе, и он сможет, получается, защититься от него.